Вместо домашней постели – спальник в палатке, подъем по тревоге, зарядка, строевая подготовка, а еще это стрельбы и расследование сложных и максимально запутанных преступлений. Итак, три дня. На полигоне войсковой части проходит учебно-методический сбор молодых сотрудников Управления Следственного комитета по Брестской области, который уже стал традиционным. Сборы представляют уникальную возможность для молодых следователей получить теоретические знания от опытных практиков, от опытных следователей, которые имеют большой практический багаж знаний. Здесь воссоздаются места происшествий, которые максимально приближены к тем, с которыми сталкиваются молодые следователи в результате своей повседневной деятельности. На сегодняшний день у нас на учебно-методических сборах находится 24 сотрудника, и большинство из них девушки. И, как правило, из года в год примерно такая же цифра здесь следователи присутствуют на учебно-методических сборах. Точность, пунктуальность и оперативность – качество хорошего следователя. А быть именно таким – хорошим следователем, настоящим профессионалом своего дела и стремятся представители молодого пополнения областного управления Следственного комитета по Брестской области. Все 24 участника учебно-методического сбора данного ведомства трудятся меньше 2 лет, но сегодня уже смело говорят о том, что пришли в профессию не зря. Моя это работа, я это чувствую, я это вижу, хочется людям помогать. И офицеры – это защита Родины. Как таковой, я патриот своей страны, и независимо от того, где бы я ни работала, нужно выкладываться по полной программе. Ехали мы сюда для того, чтобы уже, имея, пускай незначительный опыт, совсем по-другому взглянуть и задать вопросы опытным своим коллегам, товарищам старшим, и узнать что-то новое. Еще в 2018 году принял осознанное решение поступить на службу в Следственный комитет, в связи с чем поступил в Академию Министерства внутренних дел. Там успешно отучился 4 года. После чего пришел на работу. В тот момент, когда я узнавал про работу следователя, это было ощущение и видение данной работы другими людьми. В настоящий момент я это чувствую все непосредственно сам на себе. Немножко отличается, тяжелее. Желание стать профессионалом своего дела похвально. Без целеустремленности результата не достичь. Однако есть и другие немаловажные составляющие успеха. Такие, к примеру, как помощь старших товарищей, а также возможность закрепить теорию на практике. Молодым следователям Брещины в этом деле повезло. Для них был разработан комплекс учебно-практических мероприятий, которые вели опытные следователи-криминалисты. Чувствуется, из года в год повышается уровень теоретической подготовки, что, соответственно, на практике более скорее становятся опытными сотрудниками, набираются практических навыков. С каждым годом отмечу, что более ответственно подходят молодые сотрудники к расследованию уголовных дел, проведению проверок по материалам. Такие мероприятия очень важны. Мы проводим практические занятия не только с молодыми следователями, замечу, но и с опытными уже следователями по кустовому принципу, то есть мы выбываем в территориальное подразделение, где проводим как теоретические, так и практические занятия по специальной подготовке. От того, насколько грамотно, оперативно и профессионально будет выполнена работа, зависит установление истины в уголовном деле, от которой, в свою очередь, зависят судьбы людей. Поэтому молодые следователи из года в год ответственно подходят к изучению материала на сборах, чтобы в дальнейшем уверенно можно было применять в жизни.